В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией традиционная линейка 25 мая прошла только для выпускников 9 и 11 классов. Остальные школьники принимали участие онлайн. В регионе насчитывается 30 кандидатов на знак Алтын-Белгі. Получение возможно только при успешной сдаче единого национального тестирования. В процедуре НТ примут участие 747 выпускников из 81 школ города и сельской территории. Также в 24 общеобразовательных учреждениях для всех желающих обучающихся по заявлению родителей или законных представителей с целью повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии ограничительных мер, будет организована работа летней школы. Это в период с 26 мая по 19 июня 2021 года. На сегодняшний день школами разрабатываются планы, графики и расписание уроков для детей, которые будут обучаться в летней школе.